Снимаешь вибратор? Снимаю. Снимай, моя хорошая. Друзья, всем привет, с вами Детский Репан. Привет, мои хорошие, из солнечной Одессы. Короче, мы на, как это, на срочном задании. У нас уже люди там с утра уже немножко очередь собралась, да, для взаимопомощи. Так что мы приехали на Киевский базар, сейчас будем делать красиво. Только хотел пойти посмотреть, почему там картошка, и я уже таки вижу, новая почта торгует по 16. Надо будет ехать, взять там сетку, слышишь? Слышу. Айда, за нами. Давай, там сегодня еще адресов у нас есть, где надо будет покататься. И сейчас основную массу наберем, завезем в ресторан, город Одесса. Как это? Королева 88/1. Для тех, кто не знал, а если ты уже знаешь и вдруг тебе не надо, так скажи, кому надо. Да, у нас там есть стол добра, приходите, берите. О, смотри, как пусто. А? Ну, хорошо, хоть что-то есть. Пошли искать то, что есть. Здрасте. Здравствуйте. Да. Что, а почем у вас картошечка? 25 на развес. 20 на такую сеточку. А на синего 15. Все, понял, услышал. Спасибо. Погнали, обязательно. У новой почты дешевле. Катюня, говори, что там надо. Кабак, там крупы, кабак, сахар, крупы, творог, капуста, мука. Капуста соленая, капуста на голубцы кто-то попросил там. Тюлечка. Тоже попросили. Ну и основное, все, что нужно людям. Ну пошли. День добрый. А почем лучок сегодня? 25. А картошка? Картошка 20, да? 25. Ну давай ближе к машине будем идти, если что, тут еще и поторгуемся. Угу. Сетку возьмем. А вон кабак есть. И капуста есть. Катюня, все есть у нее. Как это? Задачи поставлены и выполним. Мне соленая нужна. А такая капуста, ты говорил, тоже надо. Голубчик. А, это соседка попросила. Да. Здравствуйте, ребят. Привет. А почем капуста? 25. Эх ты. А что, дорого? Ну, еще не знаю, я еще не приценился. Не, везде 30. Везде 30? Да. Капуста шо? Хорошая, шикарная. Верхний я вижу, да, верхние мерзлые, а так нормалек. Да, кидай вот такую, нормально. Да. А лучок почем? Лучок 30. А везде 25. Ну ничего, все нормально. Все, да. Понял, хорошо. Я тебя смотрю. Замечательно. Так, давай начинаем с капусты. Морковка почем? Так, морковка по 30. Буряк? Буряк 35. Что, сколько надо буряка? Да не, мне не очень. Что? Полкило. Да бери, это наши подписчики. Ты чего? Надо брать, да. Полкило, не надо. Все, вот так вот порядок. Так, 42, запоминаем. Запоминаем. И 35. Еще морковку просила, но тут мне не очень нравится. Что? Морковка. Она сейчас вся, как это, с утра подмерзла, а там внутри ничего. Среднюю полкило. Не, мороженое не давай. Не-не-не. 77. За кабаком очередь, Сережка. А пахнет как Катюня. Я тоже возьму домой. Возьми. Что будешь делать? Такой омлетик. У меня аж губы потрескались. Как, ты умеешь как кашу холодно. Готовить? Помню, бабушка готовила, а я нет. Да. Давайте за нами будете. Оп, и скибочка готова. Это вам. Рассчиталась помидорами, да? Да нет, она не рассчиталась. Я как бы ты ей уступил там 5 гривен, но она оставила помидор, видать, там, чтобы еще раз встретить. Да, 100%. Тяжелый. Здравствуйте, доброе утро. А дайте нам тот кусок и вот эту половину всю. Там уже не чистить, там его. Я понял, чуть-чуть. Дома при марафете его. Пыль. Ага. Скажите, а кулечка такого большого нет, да, чтобы это все влезло? Надо будет сейчас его на три тогда поделить, чтобы в кульки прыгнуло. А почем он хоть? 30 гривен. 30 гривен. Да. Все, порядок. Вот это на полтинничка. Так вы все вместе взвесьте, а потом просто нам нарежете, да, и в один хорошо, кошелек все. Деньги все равно у оператора.
Так, Катюня, что я сейчас первую партию откачу машину, да? И пойдем дальше за крупами. Свешу конкурент. Давайте правильно, вон, кидайте вот этот вот сюда. Потому что... А мы сейчас весы немножко, чтобы правильно считали, да? Чтобы еще и сдача осталась. Никого не убили. Вот правильно. Оп, все, аптека. Кидайте сюда. Так, и этот, как он так вот? Как поставить кидывай. Все, а я немножко придерживаю, сколько там? Сейчас, тут у нас... Там можно же приплюсовать, Сережка, что вы мучаетесь? Все, оставь. Оставь. Все. Пожалуйста. Алле, оп, сколько? 9600, короче... 9,5. 9 килограмм, я считаю. 9 килограмм, все, порядок, нам как оптовикам и скидон. Оператор, дай пятерочку. А? Катюня, ты там умножай деньги. Я умножила уже, Сережа. И что, почем? 27 получается. 270. Правильно говорит? Правильно. Хозяйка. Правильно, о. На полкилограмма отдал. Все, все правильно. На поход. Да. Так, я ушел, а ты рассчитывайся. Давай. Ай. Еще раз это делаю. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Что, кто крайний? Я? А дайте нам одну, пожалуйста, вкусненькую небольшую. Такую. Небольшую. Да, да, небольшую. Да, да, да. Небольшую. Ну что, тогда голубчики накрутила? Вот да, такую, такая да. Просто очень да. Песня. А мне говорят, тетя, тебя по телевизору показывают. А у нас всех нормальных в Одессе по телевизору показывают, да. Так что, ребята, знаете, где кружалки вкусные? Что-то еще. Дуже богато. И полкило капусточки самой такой вот кислой. Кислой, да? Кислятины. Да, тут ассортимент, смотри, как красиво. Дякую. И вам огромное. Как мы? Ну как, ходим, греемся. Да, да, конечно, держимся, куда же мы? Все нормально. Все будет гуд. И только так, да. Кисленькой, да? Да. Самой кисленькой, да. Что хотел сказать? Ребята, вот особенно ты, мой друг, если это видео увидел впервые, смотри, что мы занимаемся взаимопомощью. Если вдруг интересно, самое главное, чтобы от души и сердца. Вот карточка для любого хипиша копеек, понимаешь? Все пригодятся, все потратим на пользу, короче, так что делаем красиво людям, которые не в состоянии сейчас ходить по магазинам. Вот так вот, как-то так. Просто надо будет взять сетку лука, морковки и да, картошки. И мы и разважим по килограмму там, да. Хлеб, что, есть хлеб? Очередь есть, хлеба есть, да. Сыка очередь. Ну все, туши, сейчас мы наберем уже, да потом уже будем передвигаться дальше, что-то еще снимем. Сейчас тут, короче, крупы, рис и все, что там будет. Mm-hmm. Да? Да. А гречка есть, товарищ? Нет. Гречка, сечка есть. Вот рис Илья. Пузатенький, вкусный. Сейчас такого килограмм 10. Там овсянки, пшеничные, макароны, ячка. Дайте нам, пожалуйста, вот этого риса килограмм 10. Какого? Килийского, да, самого вкусного. Сейчас. 7, 10, 10. Сейчас. Ага. И вот эти вот макароны в мешке. Все? Да. Все, да. Овсяных хлопьев тоже килограмм 10. Пшеничная. А есть пшеничная? Арна, вот мелкая. Ну, это геть мелкая. Тогда ячневую надо взять. Так, оператор, давай. А что давай? Тачку трамбовать. Да, если есть, там в мешках сразу было бы удобно. Сколько там сейчас? Ну сколько есть, так и заберем. 13. Ничего, давайте. Давайте, да, да. Будет 13. 13 900 тут. 487. Так, есть. Слушай, давай я буду грузиться потихонечку. Что ты еще говоришь? Овсянки. Овсянки тоже 10 килограмм. Серег, вот это надо. Давайте одну завязывать, я устал. Скажите, а вот эта тачка огромная не ваша случайно? Наша. А можно взять ее погонять, ну, да? Ну. Все, порядок. И ячневой, да? Да. И ячка-то все, что осталось. Ну, и вот ее тоже давайте все сейчас. А мука есть? Нет. Муки нет, да? Так, макароны мы забрали. Так, она держите. Давайте, давайте, давайте. Оп, принял. Давай возьмем и ту пачку. Стой, длинных сейчас... макарон. Шо? Еще.
там есть мука Богомила. В мешках, да? Нет. А, в таких вот? Хорошо. Давайте еще, коробку макарон вот этих длинных на восьмом. Да. Ага, все, Серега, я понял. Да, я держу. Вверх, вот так. Да. Серега, сколько длинных? Я завяжу. Вот этих есть? Я возьму и тех, и тех. Уже одним махом. Там овсяные. Аккуратно, ноги. Раздаем, да. Так, вот это вот. Что еще? Все. Все? Да. А тюни не... Не, мы на добрые дела это все. Это... Даю. Ага. Муку возьмем, 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 возьмем. А может и сразу же с тачкой вернуться? Помодоро туда? Все, не, а я... На своей потом, да? Хорошо, я уже на своей, да. Давай. Спасибо. Как там? Аккуратно ноги? Тяжело? Не, не тяжело. Что? Давай я сверху сяду. Садись, я прокачу. Что я хотел сказать, там бюджет позволяет, что у нас, да? Еще чуть-чуть позволяет. Еще вернемся на базар, да? Ребята, спасибо огромное. Блин, такие, конечно, молодцы. Приходят, приходят и приходят потихонечку, так что все будет нормально. Не замерзнем. Туда еду, да. Сейчас. Да, 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 да. Тачку угнали. Давай лук сразу же бросим. Раз ты, тебе ты, как, ты как с языка сняла, елки-палки. Пока тачка бесплатная есть. Да, идем сейчас сетка, где мы там по 25 спрашивали. А картоху возьмем на Новой Почте по 16. А вот такие, может, капустинки маленькие кинуть тоже небольшие давать, нет? Давай, давай, я только за. Здрасте. Почем они? Кто, кто крайний? Возьми вон сеточку. А что, почем у вас лук сегодня? 35 и мелкий 20. Ешкин кот. Да мы можем и мелкий взять, нет? Все, а мы сейчас тогда вас возьмем, да, как для своих. Не, а мы я сейчас пару сеток дерну, да? Вот таких вот. Они и надо. И сеточку вот только капусту. Да, вот давай лучше большую мне сетку, да. И это, лучше пусть луковицы поменьше будут, на базу не верну. Такие огромные. Так, нам надо будет мешок этого. Лука. И можно пакетик для капусты. Да вон возьми сетку, зачем тебе пакет? А есть сетка и сетку капусты, пожалуйста. Да. Ну. У меня пока тачка есть бесплатная, так что можно гонять ее, загружать по полной. Оп. Ну, братцы, позвольте. А ты не хочешь помелче взять лук? С любую. Серьезно? Да нормально, красивый. Да, да, да. Кидай сюда. Кидай, нормально. А, хорошо. Вот тот красивый вон тоже. Да, вот, вот такую, да, да, да. Вот такую кидай. Чтоб головки там поменьше были. Угу. О! И морковки, наверное, бросай сетку. Чтобы успокоилось. Да? И морковки сеточку сразу. Вот такую. Да, да, да. Почем? Да, да. А? Все даю по другой цене. Все будет по другой, по оптовой, по хорошей, по одесской цене. Так что не переживай. А судя по тому, что вместе взвешивают, все одна цена. Ваня, я знаю, что ты можешь забыть. Ага, порядок, отлично. А машина у нас не треснет? Запхаем. Фаркопаж нет? Ровно 2000. Договорились. Ровно 2000. Так, давай, закидываем. Макарончики. А можно сюда кидать, да, это тут все крупы, все выдержит. Катюня? Нет, ты смеешься, а как мы это в машину будем все засовывать? Ну давай на сегодня все, завтра еще поедем. Ну сейчас идем глянем, посмотрим, как будет. Еще картошка нужна. Ну вот картошку и все, Сережка уже. Может? А давайте обеденный и ржаной сколько есть. И дарницу можно взять. Дарница, дарница давайте ваш кулечек большой. А у нас небольшой. А может два. А что ты прям в тачку клади, а не в кулечках? Давай, на, держи ты свое хозяйство. Это не мое. В кулечках. Хозяйство людей. Так.
Раз, два, три, четыре. Дарницу ржаной тоже можно взять. Ну и такой возьмем сейчас. Сейчас дарницы добьем, да? Сколько дарницы дать? Да нам, чтобы получилось 10 белых, 10 темных. Вы там считаете? Сейчас, что... Смотрите, вы взяли дарницы 2. Вы как там, берите. Сейчас давайте я с обеденным разберусь. Так, 4. 5. 6, 6 там. Раз, два, три, четыре. Я вижу 5 у меня. Раз, два, три, четыре, 5. Могу вам достать, если... Да, смотрите, обманывать так я вас точно не буду. 3, 4, 5. И вот пустая тачка. Раз, два, 3, 4, 5. Это вот 6, это 7. 8, 9. Еще один будет 10, да, а дарницу уже мы в ваш кулечек возьмем. Вот так вот. Все, 10 обеденных есть. Катюня, хлебом я ее еще не тарил, так, слышишь? Тачку. Что, Катюшка, двигаемся. Я не знаю, картошка влезет сюда или не влезет. Сейчас будем пробовать. Давай, мы еще хотели там мешок корма купить. Кошачьего, да, грамм, так, по 200 развесить. Ну, уже не сегодня, все сразу не успеешь, но уже хорошую часть мы сделали, сейчас завезем туда к нам. Ребята, еще раз всем огромное спасибо, вот просто очень приятно, что все такие дружные, молодцы. Ну что, ну щиро дякую, ну что тут по-другому скажешь. В Одессе погода хорошая, сирена вроде бы не гудела сегодня. Слава Богу. Ночью гудела, да. 3 часа. Угу. Причем по всей Украине. Ужас. Масштабная такая была, да. Что хотел сказать? А сахара на базаре нет? Ничего, без сахара проживем. Правильно. Все, ребята, теперь я оператор нормальный, и картошка тоже влезла, смотрите. У оператора, короче, сидим забитые, все порядок, едем дальше, делаем добрые дела. Все. Короче, пока картошку везли, заехали глянуть, почем рыба в Одессе. А почем карпик? 70. 70, а вот этот кабан тоже, не... тоже 70? Да. Ёшкин ты кот, ты шо вот это, а? Красавчик. Что еще, и карасик вижу есть, да? Здрасте, цены везде одинаковые. Камбалка почем? 450. Нормально. Как это, была дороже. А почем, красавец? 80. 80 гривен. Да ты шо, где это было в Одессе, чтоб... Ёшкин кот, чтоб карась стоил дороже карпа. Пипец, молодец. Вот это вывели мы рыбу на правильный уровень, правильно? Да. Катюня. Если у тебя все-таки дешевле. Да, у тебя лучше всех, да. Давай тюлечки возьмем. Здрасте. Свежая? Хамса свежей нет. А, вот свежая. Все нормально. Занимай экран. А вот смотри, голубая какая, видишь? А? Бронзово-голубая, холодного печенья. Легендарный момент. Что, когда у тебя деньги не попросил? Да. У меня от хлеба остались. Нет, от картошки. От картошки. Я все фигурирую, или как там, фиксирую. Ну что, айда? До свидания. О, одесские котики. Красавцы. А возле магазина с батарейками, ты понял? Ух ты, слышишь? Кабанюра, елки-палки. Короче, я понял, тебе тюльку не предлагать. Смотри, какие. Разобрались там по полочкам. Попросыпались. Ну, держи фильмоскоп. Сейчас угощу. Так, а ну-ка, стой. Будешь? Будет. Ты будешь? Кс-кс-кс. На, на, у меня тоже есть. На. Марья Ивановна, держи. А мы сейчас проверим. Там можно на потом, да, если сейчас не хотят, то... Я...
по одной всем. Все. Приятного аппетита. Ну, а этот у нас, он голодающий с Поволжья. Ага. Он ест руку. Он все сейчас. Пусть наедает шею, елки-палки. А по этим видно, что не голодный, да. Все, будьте здоровенькие. Не голодный. Да. Вот табурет, елки-палки, ты понимаешь? Пошли, Катюни, дела нас ждут. Великие. Так что чуть-чуть немножко подождите, да, и сейчас будем. Давайте еще помогу. Ты вот сюда, смотри, себе бери маечки. А мы сейчас сюда крупы эти будем делать и будем сейчас фасовать. Не, нормально, все порядок. Сейчас мы. Вы так отдохните чуть-чуть. Потому что. Орешки. Ой, извини, бери там что, хватай. Макароны. Ой, Катюня. Так, морковки. Картошки. Капусты. Так, и здесь из того, что это вот все там мука. Тут есть консервы. Фух, короче, друзья, мы тут таримся, начинаем все развешивать. Чтобы нам были здоровы, всех люблю и обнимаю. Давайте, я как это, ну, убежал делать людям приятно. Давайте, всем привет из Одессы. И спасибо за любую помощь. Пока.